Всем доброго времени суток. С вами трио комментатора Василий Боришин, Дмитрий Анисимов, Никита Петров. Такой вот нестандартный достаточно состав. Мы комментируем какой-то тур по счету нашего матча. 13, наверное. 13-й, видимо, тур. Матч примерно администраторов против участников группы. Конь Играет c6. Артем Капустин против Евгения Плюшкина. Конь c6 довольно... Ошибка. Довольно странный какой-то гибрид. Непонятный гибрид получается. Но, по-моему, у белых уже заметный перевес после хода e3 или e4. Ну, я бы e3 тоже сыграл. Я тоже. Конь c6 не на месте. Игра чёных связана с ходом c5 когда-то. А как они теперь его делать будут? Да ничего, он вернется. Конь b8, конь d7. Все нормально. Тогда да. Ну, сейчас f6, наверное, нужно играть, потому что... Конь b5 идет. А6 какой-то. Может, даже можно перейти там в какой-то b5, слон b7, но 2-0... 2-0 шапокно за белых, конечно, Артем сыграл. Мне кажется, черным надо конь d5 играть в какой-то момент. Как-то напрягать, не знаю. h3 не надо? Менять структуру, потому что если все будет протекать спокойно, то у белых просто дармовой перевес очень значительный. То есть, очень значительный? Ну, если сейчас предположить, что b5, слон e2, мне кажется, что... Статистически выиграна уже. Ну, потому что черные просто у них отстала пешка от c, и они не успевают ничего с ней сделать с таким конем. А хлопнуть на b5 конем я не могу? Нет. А почему? Конь бьет b5, а b, слон бьет b5. Ну, любой. Потом на c7, потом на c7. Ну, зачем это надо? Ну, конь b4, ну, три пешки будут за фигуру. Намекает, что меловым ферзя там примерно. Ну, на ферзя поиграть. Еще не, по-моему, там что-то было. Посмотрим. Не знаю, мне кажется, что, ну, может быть, там не ясно, но зачем это надо, если здесь у белых просто позиционный перевес. Правда, может быть, не такой большой, как я думал, да, на самом деле. Грубо сейчас говоришь, то есть позиционный это хорошо, но по сути это ничего нет. Хорошо, давайте проверим, что там было. Я практически уверен, что ничего не давало. b5, первая линия, слон d3, конь b5, аб, оценка минус 1, конь b4, действительно, слон c7, ферзь d5, минус 1. Фигура старше. Так это более-менее интересная игра, тогда минус 1 это не оценка для блица. Не, ну а зачем, когда так ну просто белых сейчас понятная простая игра, и понятно, что Артем придавит в ближайшие несколько ходов. А если побить и c5 где-то вкинуть сейчас сразу? Да, это другой вопрос, я не уверен, что это стоило допускать. Ну даже там уж как раз, представь, взяли c5, dc, потом уже конь b5 будет удар на слон c5. Мы не заберем на. Мы b4 в промежутку ударим, наверное. То есть. Конь e5, слон e5. Ну, я понятно. И c5, и на dc просто пойдем b4 где-то. Побил. Ну, коня 4 будет, ты на c5 никогда не заберешь. Не сильно это и хотелось, если честно. Ну тогда ладно. Не, ну согласен, c5, конечно, это. Да, просто если сейчас c5 не провести, то белые пойдут, слон бьет f6. Слон бьет f6, слон f3, поменяет белополов и будет стоять очень хорошо. А зачем побил? А не было конь e4 и конь c5? Не-не-не, конь d5 это плохой ход, мне кажется. Конь e4 и конь c5 лес. Может быть, но зачем? Я конь e4, во-первых, конь e3 была, а во-вторых, сейчас по-моему правильно сыграл, на c7 падает. А, конь e3, да, не успел. Тогда, на c7 падает. Надо было ферзем, наверное, брать, но даже тогда слон f3. Ну, в общем, да, белый вот большой перевес, лишняя пешка. Да нет здесь большого привеса, играет Виктор Капустин за белых, все нормально. Там сколько было не пешек? Не надо обижать администратора. Сыграл с Олегом и все, а вдруг бы не Олег достался, тогда все было совсем по-другому. Не, да ладно, не, я конечно шучу, но просто говорю, что здесь еще вагон игры, если бы конечно... Да не, ну конечно, понятно, что сдаваться рано, но... Не отменяет того, что белых лучше. На c7, конечно, проиграли мы очень так без зуба, скажем так, за черных. То есть, ну, можно было как-то, не знаю, не проиграть на c7. То есть. Ну, вот в чистом виде, то есть, проблема хода конь c6. Отстала пешка c, на c5 поставить не дали, Артем надавил. О, ладья c7, вот. Ладья c7, же разноцвет же. Ну, да куча фигур на доске. Но все равно какой-то микроскопический шанс там. Не, ну нет, еще, блин, шанс есть в любом случае, еще на ЕД вообще не было. Единственное, было ладья c8 сильно было из-за того, что на простой отход чернопольника просто ладья c1 и на f3 было бы сдвоение, то есть какой-то микрошанс, то есть, ну... Ну да, но Артем правильно сыграл. Но ладья c7, ну ничего не давало. Ну взяли слон f3 или слон b3. Потом ну сейчас слона на g3 надо увести. Нет, на a5. Надо ферзь f5 ходить, какую-то активность, ну не знаю, примерно похожая на что-то на активность, ну, показывать. Ферзь f5, наверное.
наверное, надо сначала с ладья c1, потом пойти ладья c8, потом ферзь f5. Но все равно это мало помогает. Да, если так не сделать, то ферзя на f3 белый поставит, да? Да, мне кажется, надо выбить на c1, ну. Чтобы белый ферзь не пошел на f3, Да, а то неприятно будет. иначе белые наладят координацию ладья. А как страшная идея b4, ферзь b5? Ну, если белые не будут смотреть на доску, тогда очень страшно. Ну вот Ферзь b3? по твоему плану ферзь f5 сыграно. Ну, Да, это ферзь как... b3, можно ферзь b3, можно ферзь d2. Да любой ход. Ну, я бы ферзь d2 сыграл, чтобы на ладья c4 b3 иметь. Да, на ферзь b3 я и думал, где-то 4. Ферзь e2 сыграл. Ну, тоже вариант. Ну, ферзь d2 как-то пологичнее было, чтобы пригрозить разменом слонов. Слон белых на a5 немножко не там, где надо стоит. Так может слон b6, слон c5 пытаться его как-то? Как это пода сделать? Лучше было через b4 менять, намного удобнее, чем вот сейчас куда-то откуда-то его выковыривать. Да, был бы ферзь на d2, было бы слон b4. Ну да, в этом и идея. F3 не очень нравится ход. А если хлопнуть на c1 и ладья e8, и попробуй докажи, что линия c лучше, чем e. Не, ну как бы это не отменяет, уж у белых перевес. Ну да, F3 мне ход не нравится. Зачем создавать себе слабость? Ну говорю, сейчас надо бить на c1, наверное, и ладья e8, создавать какой-то... Да, и давление там Ну да. какое-то. Ну или можно просто ладья e8 пойти. Он заставит выбьет на c8, заставит вернуться ладью. А я думаю, что линия c не так важна сейчас, как линия e. Ну, А далее. e4 прямо сейчас. А, на c1 висит. Так или иначе, черным, наверное, На c1 висит. Черным надо Почему? заканчивать с игрой двумя фигурами и уже ладьи включать как-то. А что если у тебя белый? Ладья c8, ладья c8, e4. e4. Не знаю. Так-то идейно, но... Ну а для чего он это f3 делал тогда? Это вопросы как чё бы я тут... Я не знаю, зачем ты сыграл. Так, перевес белых уменьшился, по-хорошему. Они слабости наделали. Есть идея в моем стиле h5 и h4. Ну, идея разумная. Не обязательно даже в твоем стиле. Так-то Ну, ладья по-моему. e8, так и вернись. Нет, ну я извиняюсь, а если взяли слон g3? АЖ, ферзь g3 и там... Ну, шаг на f3, не знаю, ну, какие-то Да. проблемы. Ну, наверное, король бежит цело на d2, да? Не, бить на g3 это, мне кажется, плохо, если честно, потому что реально очень, ну, много путей, скажем так, у белого короля. И ладья c1 это слабый ход, ну, я так чувствую А себя. там на Ничего слон плохо, g3 ну... ферзь c8 шах. Ну, просто в любом... Король h7, ферзь g4. Хотя нет, Ну что так, ну это? тогда поровну материала, просто и ферзь e3 еще есть ход. Ну, в А общем, что? А слон мне g3 кажется, еще. надо брать на g3. Это хотя бы мы три пешки за фигуру забираем. Делаем вид, что у нас какая-то активность. Просто если сейчас не пойти слон g3, то белые Король g2, король если надо. g2 все зафиксируют и начнут объедать слабости там на a6, на d5. Тут уже. Не, Тут уже. ладья c1 просто плохо, то есть. Ладья c1 неудачно оказалось, да. Надо было ладья Телефон? e8 играть. Нет, ферзь f5. Ну да, король g2. Не, ну есть игра, g5, g4, ну можно заставить там дергаться, то есть, Ну но... это блиц, да. Ну, хотя он такой мягкий тут. Но все равно, да, можно еще что-то сделать. Ну это говорю, только дергаться, то есть, король g2, g5, Вы видели g4. партию Капустин-Кулиев? К сожалению, да. О чем мы говорим? Тут можно дергаться даже без ферзя. Вот если черный сейчас ферзь e4 пойдут, даже тогда можно дергаться. Не, ну чё, короче, два надо. Ну да, ну что-то думает Артем. Кстати, надо заметить, что оба соперника играют довольно медленно. Ну, вот хорошо, что вдумчиво. Ну, не Я так и вдумчиво, а сказал. просто медленно. Будем говорить, что вдумчиво. Хорошо. Не знаю, может, не знаю, я не вижу серьезных альтернатив ходу король g2. Что-то Все очень Артем... коварно, потому что пешка на 2 висит, то есть там где-то шаг и шаг, и я думал ферзь b1 в смысле, поэтому ферзь привязанный к пункту c1. Это, конечно, утрирует, то есть, ну, g5, g4 это единственное, что я сейчас вижу адекватное, то есть, ну... На g5 белые могут h3 пойти. h5, это не обижает никак, то есть... А, h5, на h5 уже g4. Ну, в общем, в любом случае, ферзь d3 сыграно, все это осталось в прошлом. Это неплохой ход, в принципе, он ну, такой, с напрягами, только сыграешь сейчас ферзь b1, то есть не бей, наверное, на d2. Ну, нет, на 2 бить нельзя, конечно, совсем. На ферзь b1, видимо, а3 просто. А3 просто защитил обратно.
Ну нет, черный надеется, что белым просто тяжело раскрутиться тут, потому что ферзь вынужден защищать поля вторжения, да. Черных активных планов нет, но они надеются, что они хотя бы фигуры как-то сковывают. Не знаю, может пойти А3, потом слон Б4. А ферзь С3 нету? Хочу шах на С8 забрать на А6. Ферзь С3, король H7 всегда. Ну вот, надо еще поднять. А, да. Ну ферзь можно пойти ферзь С3, ход ничего не портит, наверное. Ферзь Е2 тоже ничего не дает абсолютно. В общем, у белых серьезные технические трудности тут. Даже F5 можно вкинуть сейчас. Может быть, Артем хочет Е4 провести, может, в этом. Ну да, поэтому говорю, может F5 вкинуть. F5 ослабляет тылы. Потом на F5 ферзь C2 сразу. Подвязал, да, и там же. F5 жечь. Ход, мне кажется, не знаю. Ну да, грубый ход, согласен. H5. Не знаю, Е4. Почему не сыграть Е4? Е4 напрашиваю. Ну, для того есть был сыгран на ферзь Е2. С другой стороны, это тоже раскрывает короля немного, ну, как-то Е4. Ну, ну, да. Ну понятно, а что поделать? Как-то же надо добиваться прогресса. Надо реализовывать, ну, ведь да. Все-таки позицию. Понятно, что ход не без недостатков, но что делать? Что? Как-то надо... Я бы в ферзь Е6 пошел в этот момент. И на Е5 слон Е7 так. И на ЕД, ферзь Е2. Ну, я слон Е7 бы отошел. Так. Ну, здесь хотя бы ферзь Е6. Есть такая идея? В принципе, ферзь Е6 хорошо стоит. Ну, есть, но можно просто на убрать. Мне на Ж6 больше ферзь нравится. Он держит поле С2. Вот как. Плотно. Я не очень понимаю, зачем Артем сыграл Е5, когда был ход, плотный ход слон Е1. Поддержать пока такую структуру. Ну ладно. Не знаю. Артем еще F5 где-то хочет. Мне не совсем нравится, что он отдал абсолютно все белые поля в позиции. Все равно у белых лучше. То есть как бы ничего. Слона нет. Надо опять выковыривать куда-то. Сейчас, да. Конечно, шахты уже будут такие тяжелые по 30 секунд. Ну может же G4. Сиди F5? Я думаю, что, нет, я думаю, что это самый активный план G4 именно в этой позиции. И самый нужный, ну, действительно. Я понимаю, да, что выглядит опасно. Слон E1 тоже грамотно. Слона надо возвращать. А, было. Хорошо, слон F2. Слон F2. Слон F2, да. Пешку отдавать не надо, да, слон F2. А потом, видимо, G4. Он хочет короля уплотнить. Да, это неплохая идея. Ну, ферзь D3 не очень идейно. Ну, времени мало, тут уже тяжело их упрекать. G6. В общем-то, должен сказать, что... Король H7, король H6, король H5, король G4. Как шорт. Отличный план. Кстати, я должен сказать, что Евгений-то навязал борьбу. Ну, он осложнил. После плохо разыгранного дебюта ужасно. В общем-то, после этого черные играют неплохо. Король F3, мне кажется, стоит пойти. А зачем? Ну, поплотнее короля всегда имеет смысл. B3 тоже логично. В общем-то, у Артема особых проблем с техникой нет. Мне кажется, что он реализует эту позицию. F5, да, вот. Ну и же, да, логично. Так там дальше нету идеи F6, слон H6, а вот он убегает. Ну слон H6 это плохо, надо было F6, наверное. Ну и почему? Ферзь B5 шаг же весь ход. И потом на D5 падает. Или размен ферзей. Здесь все падает примерно после ферзь b5. А почему ферзь b5 не сыграть? Что происходит? Я тоже не понял, я смотрю. Не заметил просто, ну это логично. Ферзь h7? Король f3 правильно, король f3 правильно. Ферзь d7 пойди. Можно было ничью как-то стакивать. А, ну все, размен ферзей 1-0. Все, я там по-любому уже ферзи менялись после ферзь b5. Ну все, побил и выиграл. Да что, ну как так можно сыграть? Да что? Он боялся, что будет как бы нету прорыва. Так а что бояться? Тут уже у черных лучше. Не, а что бояться? Там же прорыв есть на ферзевом фланге. Да причем здесь страх вообще? Ну там выиграно. Тут-то явно белые не выиграют уже никак с таким активным ферзем. Да. Да, в общем, перехвалили мы Артема, только сказал, что у него хорошая техника, и он так вот бездарный. Как пешеный-то не перейти? Это что вообще? Да. Он боялся, что не сыграет король f5 и e6 нету хода, потому что король на d7 контролирует. То есть, ну, он... А как не сыграет? Ну король на f5 и e6, и король e5. Ну, я тебе объясняю, как он думал, то есть при своих 10 секундах. То есть, ну, он думал, что нету прорыва e6. Ну хорошо, ладно. В общем, очень странная концовка. Так или иначе, соперники нас порадовали. Яркой игрой. Всем спасибо за внимание. Скоро вторая партия. Всем пока.